Добрый день, друзья, подписчики старого канала, которые остались на этом немногочисленном. Пока я ходил по морям, океанам, сейчас недавно вернулся, занял у меня этот процесс 8 месяцев, появился один плагиатор, который вышел также под моим именем, дневник моряка, немножко переделал, скачал все мои видосики и успешно прогрессировал. Несмотря на все мои многочисленные просьбы, то, что это может повредить моей работе, он ничего не делал. Я просил его удалить, писал, он стирал мои комментарии. Ну, в общем, выдавал себя за меня. В итоге я уже устал ему слать всякие оповещения. Вернулся домой, позагружал чуть-чуть видео на мой новый канал. Собрался силами, отправил кучу жалоб в YouTube. И его в итоге забанили. Поэтому, кто будет искать видео «Дневник моряка» или канал, знаете, что я его заблокировал, оригинал. Сказать одну историю, это о чем этот и, собственно, весь мой канал. Если сильно стремиться, то мечты осуществляются. Если вам интересен мой контент, подписывайтесь на новый канал. Старый вредит моей работе. Думаю, на этом канале тоже будет интересно. Кто хочет смотреть хотя бы путешествие, где побывал за время своего контракта, в каких странах и где еще побываю. Также моряки ж не все время работают. Бывают где-то еще и за границей, в поездках. Тоже очень интересно. Я бы сейчас взять месяц провел в Южной Корее. Что ж, друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пока что мало народа, но постепенно будут прибавляться. Всем пока.